Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, у нас новый день. Ох ты, 150 карточек. Я забыл даже, как ее звать-то. Забыл, ребят. Но 150 карточек, это значит, что она получит у меня повышение. Так, ну-ка, давай зайдем в награды. Награды. Так, 75 и 500. Окей. Сообщение. Спасибо за терпение. О, отблагодарили от души, да? Так, потому что сегодня были, ребята, технические работы у них. Вот, 8 числа. И вот они, видимо, отблагодарили. Так, ну что, а мы с тобой забираем пока все награды, которые у нас есть. Так, интересно, вот здесь мы можем с тобой поднять уровень? Блин, ну тут видишь, на 3 звезды я не справлюсь. Одной пустельгой не получится, друзья, скорее всего, ну-ка. А враги? Враги какого у нас уровня? Так, уровень отряда 75 в плюс, категория снаряжения 14, красной звезды 4. Можешь рискнуть. 75, да, там сказали? Нет, наверное. Не, наверное, не получится, ребят. Ладно, давай отыграем здесь автопобеду тогда. Так, а тут-то что у нас? Ага. А тут... Блин. Давай попробуем. Давай попробуем. Единственное, что... Блин. Ну, не знаю, давай просто глянем. Если я смогу с ними справиться здесь, это будет круто. Если нет, ну, нет, так нет. Единственное, что я не буду сейчас, ребята, включать автобой. Попробую своими силами. Посмотрим. Сколько врагов, какого уровня. Сейчас все глянем. Так, 12 противников будет. Так, ну что. Блин, тут сразу, ребят, провокацию взяли. Опа. Так, давай на этого тогда возьмем провокацию. Самое противное, что вот в этой команде, друзья мои, у меня нету медика. Вот это, конечно, немножко меня раздражает. И Шури. Шури будет усилять команду. Может быть, нам ее сдуть? Так, теперь у нас Красный Страж. В принципе, ребята, блин, я же забыл. Я думал, что это вся команда. Нет, он же... Он же будет призывать противников. Так, Вдова ушла в инвиз. Давай, наверное, Стража попробуем завалить. Теперь Вау. Так, Человек Лед. Давай, наверное... Нет, надо хила вначале уничтожать. Двоих? Нормально. Давай, Халк. Блин, Шури опять пришла. Шури и Феникс. Значит, нам надо вначале Шури, скорее всего, вальнуть. Но у нее, ребята, уклонение стоит. Или это скорость? Нет, скорость увеличена на 50%. Так, давай попробуем. Ага. Сейчас мы Шури завалим. Так, далее. Пойдет Сокол. Нет! Друзья мои, пипец. Уже на 3 звезды не получится. Завалили.
Вот самое плохое, что в этой команде, ребята, у нас вообще нет медика. Ну нифига ты там бомбишь с своими чаками, ты запарил уже, парень. Блин, так было, блин, хорошо все шло. И на тебе, завалили, а. Просто завалили. Дракса этого несчастного. Слушай, а может быть нам просто Дракса не брать с тобой в команду? Да пройти четырьмя, какая разница, в принципе, сколько у меня будет бойцов. Просто Дракса у нас получается, ребят, слабое самое звено здесь. И, соответственно, на него напали. И у него еще есть такая фигня, ребята, он берет провокацию на себе. Понимаешь, знаешь, чем я? Дай-ка я попробую без Дракса. Был бы хотя бы хоть какой-то медик, я бы его взял. А что если я возьму гоблина? Если сравнивать Дракса и гоблина, мне кажется, гоблин вот этот будет поманевреннее. У него побольше всяких, ребята, ударов. Дракс, он что? Ну, он в основном истерику включает и берет провокацию на себя. За счет этой провокации он, конечно, ей отхватывает по полной программе. Гоблин не такой же и сильный. Но, тем не менее, у него есть массовые атаки, которые нам могут здесь, в принципе, пригодиться. Сейчас попробуем это все дело реализовать. Ну, вначале, наверное, все-таки... А, Шури не получится. Давай тогда так делать. Минус солдатик, да? Красный. Так, берем провокацию сразу же, чтобы обезопаситься. И Шури. Надо ее, ребята, валить. Блин, надо, чтобы гоблин, ребята, стоял на месте. Так, добьем Карнака. Оу! Зашибись, он уклонение сделал. Тогда сделаем так. Попробую завалить белочку. Оу, двоих. Два лунных здесь тоже, конечно, не очень хорошо. Так, он берет провокацию на себя, да. Шури. Надо, ребята, брать, убирать отсюда Шури. Поехали. Эти вот массовые атаки, это самое, ребята. Нифига он тут задебафил-то как. Так, Шури убрали. Халк берет провокацию. Блин, у гоблина, ребята, мало здоровья. Вот в чем беда. Если гоблина сейчас тронут или какая-нибудь массовая атака, ребята, ему кранты, он не выживет. Так, кого тут, наверное, вот этого все-таки убрать надо. Феникса. Давай так сделаем. Убираем тигрицу. И остается лунный солдат. Вау! Вот теперь я понимаю. Все отлично. На 3 звезды, значит, у нас будет фул награда. Фух. Вот я о чем говорю, что Дракс слабоватый был для этого поединка. Гоблин, как ни крути, все-таки имеет массовые атаки, поэтому он здесь пригодился нам, как всегда, очень даже хорошо. Ну что, теперь тут, ребята, автопобеду делаем. Отлично.
Так, дальше здесь. Смотрим. Ну, тут автопобеду, тут нам ничего не сделать, к сожалению. Тут тоже персонаж типа мистик с 4 уровнем ИЗО. Так, здесь. Ха. Ну, вот здесь, кстати, мы можем, ребят, попробовать. Ну, согласись, награды 1-1 или 20-30. Но я думаю, что тут не все так легко и просто. Я бы даже сказал, наверное... Я бы, наверное, сказал бы даже вообще нелегко и непросто. Но, тем не менее, я попробую. Мне не нравится медик наш. Во-первых, это ночная сиделка, она хилит очень слабо и... Такой себе медик, на самом деле. Малопрофитный. Ладно, давай смотреть. Сколько, во-первых, противников надо глянуть? 8. Ё-моё. Так, ведьма этот. Блин, вот этот самый противный. Нам надо вали... А, он провокацию взял. Чёрт его подери, а. Вырубили провокатора, да? Надо пира валить. Пира в минус ушел. Алая ведьма там что-то выпендривается. Слушай, алую ведьму как раз мы с тобой и уничтожим сейчас. Еще должны враги подтянуться, ребята. Так, уберем. Давай, наверное, Джарвиса. Ой, Вижена уберем. Посмотрим сейчас. Так, жаба не сдается, да? Планей еще. Так, кто у нас тут? Оу, Кингпин, ребята, надо. Кингпина надо уничтожать, он усиляет, ребята, солдат. Ну что, жабу завалить, что ли, не могли эту вшивую? Есть, Кингпин готов. Так, минус жаба, я так понимаю. И Магнета уничтожили. Остается он тот солдат. У нас все на месте? Все, по-моему, никто не пострадал. Фига себе, три раза промахнулась. Что там за супер-убер-солдат такой? Да, на 3 звезды, друзья мои. Идеально. То есть, разница, ребята, в награде просто колоссальная. Между тем, что было, и то, что мы сейчас с тобой получили. Сейчас посмотрим, дадут ли нам пропуск на следующий поединок. Или там все-таки не будет хватать определенных видов персонажей с определенной прокачкой. Да, тут требуется навык уровня 5 и за 8. Ну, зато я могу здесь, ребята, очень даже неплохо фармить. Не понял. А, это только на первый поединок так много они дают. Понятно, ребята. Только на первый поединок они дают много, а потом, ну, конечно, чуть побольше на 2 единицы, но, тем не менее, все равно маловато будет. Ладно, хорошо. Так, а здесь что у нас? Здесь тоже хотелось бы вот этот улов, ребята, получить. Посмотри сам. 15. То есть 30, 20. Давай попробуем. Слушай, а у нас команда-то сейчас не кислая. Тут, во-первых, ребята, у нас спасительница очень хорошо прокачана. Плюс я поднял ранг нашему железному человеку. Ну, кроссбоунс так себе, он идет как провокатор. Да и к тому же он такой провокатор, ребята, вообще никчемный.
Уже для меня он никчемный. Давай смотреть. Так, 14 бойцов будет. Но здесь в первую очередь все, всем понятно. Надо убирать, конечно же, вот этого дядю. Раз тут армия и солдат, чтобы он их не усилял. Ну, второй, конечно же, это, ребята, Халк. Хотя нет, нет, не Халк, ребята. Или Халк все-таки. Халка надо убирать, потому что это провокатор. К тому же очень такой вредный. Да эти тоже заколебают меня стрельбой своей. Йо-йо, тут еще. Поехали. Ох, как хорошо, солдатик-то у меня, а, ребят, железный человек. Колсон. Не будем пока здесь провокацию ставить на кроссбоунса. Это чревато, ребят. А вот это, пожалуй, сделаем. Прекрасно. Так, 8, их трое, еще пятеро подтянутся. Пробафаемся. Давай сделаем луч. Так, пятеро должно появиться. Так, Капитан Америка, Колсон и медик, да? Медика сразу убираем. Дальше, наверное, Капитан Америку нужно убирать. Да слушай, у нас тут команда, по-моему, даже, ребята, перекачанная, я бы сказал бы. Я никаких проблем вообще не вижу. Он даже урона нам не нанес. Ну что же, шикарно. Просто шикарно. Значит, я получаю фул награду. И попробуем сейчас, если на следующий нас допустят, его еще заодно зацепить. Ну, какая награда. Единственная проблема, ребята, это у меня сейчас с деньгами, с голдой. Я протратился вообще в сухую практически. У меня там 13-12 тысяч оставалось. Так, пустят меня? Нет, ребята, на следующий это не пускает. Ну ладно, заберем здесь. Так, что у нас по голде, ребят? А, все, это закрыто уже. Что у меня по голде, ребят? Ну-ка. 152 тысячи, ну это вообще ни о чем. 152 тысячи... Даже лимона нету, ребята. Даже нету лимона. О чем тут можно говорить? 15 карточек на факел. Ну, нормально. Конечно, факел мне не особо нравится. Лучше попробовать другого. Так, Гвенпул. Получили. По-моему, Гвенпул у нас, ребята, апнется. Там одной карточки вроде не хватало. Или 10. Сейчас... Точно я не вспомню. Так, здесь походу все, да? Тут я... О, да, ребята. Капитан Марвел у меня прокачивается по фулке. Давно я этого ждал. И дождался, наконец-то. А тут припасов не кисло у нас. 5000. Так, кого надо нам? Да нам как бы до хрена кого надо-то. Вот Корга я все никак не могу, ребята, открыть. Но он 4200 стоит, блин. Киллмонджера может качнуть. Или вообще никого не трогать. Наверное, я Корга, ребята, попробую все-таки взять. Чтобы уже... Открыть его нафиг и забыть о нем. Чтобы он был как факт открытым. Здесь. Ну, здесь я Фервелл, по-моему, ребят, качаю. Здесь можно вот Шаттерстар тоже поднять его ранг. Хеймдаль. Хеймдаль.
Корус Глейв недавно поднял себе уровень. Я, наверное, Фэрвелл, ребят, качнул. Так, здесь у нас что? Кул Сив. Ну, я как бы Сив, на самом деле, если честно, прокачиваю, ребят. Ну и Сильвания тоже нужна. Блин. Сильвания мне нужна для какого-то события. Не помню, для какого поднятия уровень. Ну и Сив мне нужно, поэтому я Сив все-таки прокачаю. 750, блин, не хватает. Так, что у нас тут есть что-нибудь подешевле? Нет, нету. Ну что ж, забираем сферы. Забираем сферы и... Так, что у нас тут? Потратить 240 кредитов рейда. Подожди, а у нас не... А, налеты у нас. У нас налеты, ребята. Погнали. У нас 635 энергии, не кисло. Не кисло. 610. А что тут в наградах-то у нас? Дай-ка хотя бы гляну. Угу, ну тут немножко денег, лечилки и сферы наследия. Так, получить. И продолжаем, ребят, бомбить. Пока есть энергия, можно бомбить. 397 тысяч. У нас 643. Поехали. Блин, когда я в себе фотон открою, а? Блин, там ей нужно немножечко совсем. Но я до сих пор не могу открыть. Блин, самое главное, что я эту прокачал до конца. Все, ребят. Ну, то есть 300. 300 карточек теперь. Мне не надо ее больше. Единственное, что да, по шмоткам. По шмоткам, конечно, надо ее прокачивать, ребят. Но это уже отдельная, так скажем, тема. Там шмотки еще зависят от моего уровня, ребят. Такс. 488. Ну, я думаю, справимся, наверное, с этими. Угу. Хотя немножко урона нанесли. И последний, ребят. А, все, не хватает. Тут 150 надо. Но неплохо еще. Там 10 и тут 8. Ух. И 258 тысяч. То есть по деньгам мы чуть-чуть, ребят, поднялись. Совсем мизер. Я тебе так скажу. Сразу зайдем в магазинчик, глянем, что у нас там. Вот. Осколки персонажа. Давай по одному открывать так, потому что лучше, мне кажется. О, на Кейджа 10 выпало карточек. Дальше. Кроссбоунс, 10 карточек выпало. Как тебя звать-то? Стрейф. Тоже 10 карточек. А вот если бы я их все бы сразу открывал, мне кажется, выпало бы максимум 5 карточек. Так, что тут у нас? Тут у нас сферы. Ага, вот. Одна. Ну, Сив. Так, поехали. Киллмонджер 5. И этот резиновый чувак, блин. Так, и здесь еще две. Две наследия. Так, Тор. И Карат преследователь. Ну, Карата тоже надо, кстати, уже добивать полностью, чтобы он был прокачанным. Получается, что все, да?
Ну, так и выходит, ребята, что все, теперь только остается мне что? Война закончилась у нас, да? Ежедневки забираем. Пройти два испытания, участвовать в двух налетах, открыть две сферы. Так, купить припасы. Возьмем вот здесь вот. Вот у нас фотон. Мне не хватает-то буквально 14 карточек, ребят, на фотон. Так, возьмем здесь. Вот так. Вот эти ДНК захватим. Ну и вот эти вот можно, в принципе, захватить. Так, забираем. Дальше что у нас там? Сразиться в двух рейдах, сделать вклад. Сразиться в двух рейдах, да, значит, это было задание. Так, давай вначале откроем, наверное, персонажей, друзья мои. И первый, кто у нас будет, это Хеллбастер. Вербуем. Нормально, три красные звезды, ракетный кулак и ударник. Один из костюмов Железного Человека Тони Старка, Хеллбастер, защищает команду с помощью барьеров и вызывает на себя вражеские атаки. Так, наносит с одной цели 80% урона. Если у этого персонажа есть барьер прочностью как минимум 25%, дает усиление защиты на 2 хода. Если у этого персонажа есть барьер прочностью как минимум 50%, дает 2 заряда отражения. Так, ударник. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона и накладывает ослабление атаки. В рейдах снимает с персонажа один отрицательный эффект и дает провокацию. Вот такой вот он парнишка. И смерть пул, друзья мои. Дочь космической сущности, именуемой смертью и Дэдпула. Что ж, ничего себе, смерть пул взяла от отца любовь к бузатерству, а от матери невероятные сверхъестественные способности. Нифига себе. От смерти Дэдпула. Вот это они постарались. Вербуем. Ну что же, как мы видим, три красные звезды. И первая способность — это смертельное цветение. Восстанавливает персонаж 10% от максимального здоровья. Наносит основным и ближайшим целям 80% урона, снимает защиту от смерти, если враг приспешник, вместо этого наносит ему 160% урона. Эту атаку нельзя заблокировать. И второй — это танец смерти. Переносит один отрицательный эффект с этого персонажа на основную цель. Наносит основной цели 100% урона, а всем ближайшим целям 70% урона. Довольно такая мощная смерть пул. И наконец-то новый ранг. 500 тысяч. 500 тысяч, это... Ребята, я опять бомж. Я опять бомж. Мне 44 тысячи осталось всего. 44 тысячи. Прикинь. Кидок такой. И что я теперь буду делать? Что там у нас на почте? Так, а чё? Ну, это я понял, дубликат. А, ага. Слушай, меня только спасет, знаешь что? Да я не знаю, что меня тут сможет спасти. Тут ерунду какую-то дали. Денег-то неоткуда взять. Денег-то не дают. Ребятули, а на 44 тысячи далеко ты не разгуляешься? Так. Ну, поехали. Давай смотреть, что здесь. Колсон, да? Десяточку на Колсона получили. Подожди. Давай-ка вот так вот.
Награды просто мизерные. Просто мизерные, друзья. Мизерные и никчемные. Содержат ионы. У меня ионов больше, чем, блин, денег. Нормально, ребята? Ну, лучше бы золотые сферы бы мне выпали бы. О, нифига себе, ребята, мы можем с вами... Мы можем с вами сделать следующее. Так, кого я тут хотел приобрести? Не хватит, да, на Гвенпул? Домино я хотел, ребят, про... Блин. Стрейф, носорог. Хм, может, Гамору? Может, Гамору тоже прокачать? Ну, начать прокачивать, я имею в виду, по фулке. Черт, я даже не знаю, кого лучше. Все, слил деньги. Нашел, куда слить. Быстро и безопасно. Хеймдаль. Даже не знаю. У меня, я склоняюсь либо к Хеймдалю, либо к Кольнквинг. Наверное, все-таки я... Все-таки Хеймдали прокачаю. Так, что там, два рейда, да? Два рейда, давай посмотрим. Что у нас там с рейдами? Начать. Что за команда, ё-моё? Команда бомжей, блин, каких-то. Пернатый хищник, персонажи, ястреб. До какой категории? Блин, даже не увидел. Еще больше не показываю, до какой категории он там прокачал. А, 5 уровня. Ну все, тут энергия... А, подожди, нет, не закончилось, ребята, еще... Еще пятнашка. Так что двигаемся дальше. Поехали. Так. Что там, победа? Естественно, ребят, победа. И опять 2 216. А там, по-моему, минималка идет 2700-2600, насколько я помню, да? Если брать по припасам. Да, 2800. Так что твои 2116 это ни о чем. Угу. Мне нужно 14, а у меня только 10 получится. Блин, фигово. Так, ну что, нам надо сделать Иза. Иза, 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 автопобеда. Еще 120. Эй, 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 эй. Ну вот, ребят, как всегда, в самый неожиданный момент игра зависла.
Матери, наверное. Так, так, на чем я тут? Ага. Ну, я энергию не всю потратил, поэтому не надо мне тут свистунка-то затравлять. Пойдем мы добьем. Вот здесь вот. Автопобеда. Давай 120. Еще 28 остается. Ну, вот здесь, например, по 12. 2. Так, теперь нам нужно потратить... на бойцов. Так, я хочу глянуть, смогу ли я прокачать хоть кого-то из героев захватчики. Ну-ка. Так, тебе, блин, у меня 85 тысяч нужно. Тут лям, считай, нужно, чтобы поднять его по уровню. Ну, блин. Ну вот, ребят, беда такая вот. С финансами у меня огромные. Что-нибудь тут свои крохи дают, это мне вообще никак не вручает. Дали бы мне, не, 600, ну 600 тысяч хотя бы, вот дали бы, и то было бы нормально. А так что, так придется просто тратить энергию, ребят. Ну, допустим. Ладно, на кого будем тратить энергию? Давай посмотрим. Если уж на то пошло, то... Да ладно, улучшение получилось, да? 70 тысяч. Давай тогда искать осколки. Ну, чтобы это было не зря, все, как говорится, шло в копилочку к нам. Ну, например, у нас идет до сих пор бонус еще на пантеру. Двадцать четыре. Ну, неплохо, 24 карточки, нормально, ребят. Так, с этого хотел паренька. Сколько там нам? Я его, по-моему, недавно... А, нет. Не хватает буквально вон. Ну, здесь можно сделать и тридцаточку. Все. То есть можно ему ранг поднять, но ты сам видишь, 150 тысяч, у меня таких денег нету. Я не могу понять, почему это Тор? У меня Тор до сих пор не открыт. Открыт? 8! А, ну правильно, это же без бонуса, друзья мои. Бонуса-то не идет на нем. Серси, ну Серси. Подожди, Серси. Сложный режим союза злодеев. Я даже до нее не дошел. Я до нее даже не дошел. А тут, ребята, 7. 7 карточек надо было на Гвенпул. Чтобы ее, ну, по уровню поднять. Одна карточка на белую тигрицу. Почему я думал, что она у меня открытая? Человек-лед, Ронин. Вот этого хапугу надо, по-моему, ребят, прокачивать, если я не ошибаюсь. По-моему.
Ну, 16 карточек тоже нормально. Такс. Кто следующий? Картер. Ну, как-то вот так вот слил. Слил я энергию. И можно еще, ребята, слить вот здесь вот. Так, подожди, сейчас гляну. Так, тут пауки. Слушай, ну не, по-моему, мне все пятизвездочные. Дум. А какие бы это 60, 60, 60, 50. А каких бойцов там не сдают? Понятно. 37 27. Ну понятно, это вот этот вот еще может сладить. А эти ребята, что такое 34 мощей или 37? Ну это фигня, ребят. Конечно же они не справятся. Выходит, что их тоже нужно прокачивать. Без них я даже не могу, ребята, начать прохождение вот Дума. Потому что не те персонажи задействованы, которые мне нужны. А денег, как я выручил, много. 96 тысяч. Ёк-макарёк. 96 тысяч. Смех, блин, на палке, друзья мои. Никуда не годится вообще. Шестьдесят девять. Ну, что я тут могу? Негатив мне нафиг не нужен. Мантис? Ну, давай Мантис. Хотя я и тоже не особо, ребята, пользуюсь. Короче, проблема в деньгах, ребят. Нет денег, нет прокачки. Двадцать пять сосулек. Точнее, снежинок сосулек, блин. Лучше бы вы мне дали 25 миллионов денег бы, я бы и то бы... О, вот это хорошо. Вот это же, по-моему... А, это сфера тренировки, не то. Это, друзья мои, сферы тренировки. Это 23 тысячи. Эта роль нам не сыграет особо сильной. У нас здесь вообще денег нет. Так, ладно. Куда у нас эти снежинки идут? Дай вспомнить. Так, о, одна сферка есть. Дай миллион, пожалуйста. 270 тысяч. 270 тысяч. Это вообще ничем. Ну, это кредит на тренировку. И все, что ли? Блин, на шмотки опять. Нет, конечно, ребята, хорошо. Шмотки, это все, я не спорю. Но когда у тебя деньги есть. А когда их нету, то толку от этих шмоток. Прокачаться все равно не можешь. Вот в этом-то вся как бы и беда. Почему тут опять три события каких-то открываются?
15 категории. Прям, блин, слов нету. Это где 60? 47, 48. Ну да, ребят. 47, 48. Если бы я по мощам был бы хотя бы приблизительно с ними одинаков, я бы, конечно, ребята, пошел бы в этот бой. Но у меня мощей, ты видел сколько? 8000. 8000 мощей, ребят. Да ты хоть тут что делай? Они тебя просто разорвут. У них 46, у тебя 8. Шестнадцать тысяч мощей. Повысить. Нет, конечно, не смогу я там, ребят, даже... Даже ответочку не смогу им никакую сделать. Потому что, ну, до того... А где у меня Ник Фьюри? Вот, Ник Фьюри имеет только 65 уровень. Он бы имел, наверное, и больше бы. Ну, не уровень, а мощей, если бы мы его... Грубо говоря, вкачали бы. Но мы его, блин, вкачать не можем, потому что у нас... Уровень нужен 70-й. А если мы ему полностью, например, вкачали бы, 69-й был бы. Все равно бы он был. И категория шмоток была бы уже 13-я. Ну, уже бы он, ребята, мог бы там, конечно, немножко бы, так сказать, брать на себя какой-то урон. Но этих бы все равно разбирали, как сосунков. 5000, что это? Мне... Вот это вот, ребят, что 58 уровень, это ровным счетом ничего не дает. Это нам дает только то, что мы сможем на него найти какие-то шмотки и поставить. Как бы больше возможностей. Вот, наверное, вот это вот надо было бы нам прокачать-то по большому счету. Какое там у него улучшение будет? Категория 3. Четвертой категории. Но зато теперь у него открылись все способности, друзья. Гениальные технологии. Что он там делает? Начали хода есть готовность. Дает персонажу один заряд отражения и два заряда ускорения. Максимально 5 зарядов. И накладывает на ближайших союзников заряд отражения и заряд ускорения. Максимум 5 зарядов. А затем теряет один заряд готовности. Вот так вот. То есть это у него, получается, пассивка. Она сама по себе отрабатывает. Получается так. Да что ты делаешь-то? Мне надо здесь. Ну что, друзья мои, ну в принципе, как бы на сегодня все. Больше я сделать все равно здесь ничего не смогу. Без денег мне нужно будет накоплять голду. А для этого что я буду делать? Я не знаю, я пойду на арену сейчас подерусь там потихоньку. И, по-моему, все. Больше ничего. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.